Эквадорские индейцы не только мастера разных ремесел, но и самобытные художники. В деревне Тигуа почти все рисуют вот такие яркие картины. Среди туристов они пользуются огромной популярностью и продаются во многих сувенирных магазинах. Но я пойду к человеку, который придумал это направление. Ух ты! Buenos días! Buenos días, señor! Знакомьтесь, это Хулио Тоатиса. Он основоположник стиля Тигуа. И сейчас расскажет, как все начиналось. Hemos despertado, le digo, me hace soñar así, usted, él ando yo, dibujando. Entonces, contado con mi señor así. Вот видите, как у индейцев все просто. Денег Хулио хватало только на краски. Más grueso que estos palitos. Así, estos ramitas es grueso. Entonces, ahí tenía leches bastante. И холстов для картин не было, но попался под руку барабан. Entonces, después, ya dejamos secar hasta 5 de la tarde. Слушайте, ну интересно, разрисованный барабан. Гляньте, какие рисуночки. Тут женщина с ребенком. Здесь, собственно, сам художник, наверное. А, ну, можно? Sí, да? Esto es para tocar. Оказалось, что краски отлично ложатся на кожу, которой обтянут барабан. Вот Хулио и стал рисовать картины просто на овечьей шкуре. В основном это пейзажи, которые его окружают. Ну вот не надо далеко ходить. Сейчас Хулио рисует гору, которую видно прямо с его порога. Но многие сюжеты приходят ему во сне. И фиеста де Корпус Кристи. Наша костюмбре, наша вида. Aquí es vuelta Pachacama, Pachamama. Entonces, eso se llama Pachamama. В культуре индейцев это главные божества. Пачамама – мать вселенной, а Пачакама – ее муж, создатель первых людей. Их присутствие в бытовых сценках абсолютно нормально. Ведь индейцы не разделяют мир на материальный и духовный. Вот и духи у них везде вместе с людьми. Наблюдают за ними и устраивают их жизнь. А еще почти на всех картинах есть кондор. Это священная птица. В индийской мифологии он связной между духами и людьми. Еще много картин Хулио посвящает обычному быту индейцев. Сбору урожая, домашней работе и современным проблемам. Я сначала думал, что это какая-то эротическая картина, тут были люди. Оказалось, нет, это картина о загрязнении окружающей среды. Посмотрите внимательно. Нефтеперерабатывающий завод и голые люди. Картины Хулио так полюбились туристам, что другие индейцы тоже решили на этом зарабатывать и стали рисовать подобное. Так и родилось целое направление. Конечно, это такое наивное искусство, как детские рисунки. Но есть в этом какая-то душевность и искренность. Вот таким индейцы видят мир. Ярким и разноцветным. Я вот не знаю, как вам, но лично мне вот эта картина больше всего нравится. Кондор летит с посланием к Пачамаме. И люди ждут, что она точно порешает все их проблемы, ведь держит мир в своих руках. Ну, картина очень интересная. Ее и возьму.